Накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, во Дворце культуры области прошел конкурс на лучшую многодетную семью области. В состязании «Семья года 2017» приняли участие 25 сильнейших семей, которые являются победителями районных этапов конкурса. В ходе конкурсной программы семейные команды представили на суд жюри семейные традиции, презентовали активную жизненную позицию членов семьи, увлечения, успехи и достижения. Одним из интересных и самых главных заданий для семей стал рассказ истории своего рода. На этом панно представлено наше семейное древо. Каждая фигурка символизирует род деятельности наших предков, которыми мы гордимся и благодарны за то, что мы есть, за наше мирное небо над головой. В холле Дворца культуры области свои способности показывали не только участники конкурса. Каждая семья взяла с собой свою группу поддержки. Бабушки, дяди, тети, племянники. Все собрались, чтобы поддержать конкурсантов. Мы приехали сюда болеть за команду и за семью Шаныгиных. Мы считаем, что она лучше всех, она круче всех. Они добрые, умные, отзывчивые. То есть мы болеем за них. Мы за них болеем. Молодцы. Хорошая семья, замечательная. Мы представляем Кличев Могилевской области, семья Сека. Очень многочисленная семья. У нас 9 деток. А сейчас с внуками, с невестками, с зятьями нас 27 отдельных я, а вместе с Секом и семья. Этой дружной многодетной семьи мы пришли поболеть. Коллеги, жители города Чаус пришли поболеть за нашу семью, потому что это очень дружная, трудолюбивая. Здесь всегда любовь, уважение друг к другу. Дети воспитываются в заботе, в любви. Это очень хорошая семья. Представляем Ленинский район города Бобруйска, семья Калашмановых. Вся наша группа поддержки желает этой семье благополучия, хлеба, соли, богатства на столе, чтобы всегда были жизнерадостные. И еще деток. Конкурс «Семья года» проводится в целях повышения роли и престижа семьи в жизни общества, рождения и воспитания детей, здоровый образ жизни, преемственность поколений, взаимопонимание и взаимоподдержку. Все участники конкурса – это крепкие, трудолюбивые и дружные семьи. Им все по силе, ведь каждая семья – это одна большая команда. Победители областного этапа конкурса смогут представлять Могилевщину уже на республиканском уровне конкурса «Семья года-2017».